случилось? Ты чего не спишь? Мам, мне нужно с тобой поговорить. Очень серьезно. Ну хорошо. Ну вот, мой любимый горячий шоколад. Спасибо. Ну, рассказывай. Мам, не знаю, с чего начать. Начни с главного. Я вижу призраков. Что? Опять? Я их вижу. Не знаю почему, но вижу. Ты мне не веришь? Я хочу тебе верить, правда. Но я не видела никаких доказательств. А если я найду эти доказательства, ты мне поверишь? Думаю, да. Хорошо. Я подумаю, как это сделать. Да, хорошо. Только ты подумай завтра, а то уже спать пора. Завтра на работу. А я уже придумала, мам. Я покажу тебе свое зеркало. Да я его уже видела. Нет, ты не все видела. Ты о чем? Сейчас. Вот, смотри. Смотрю. Там живет дух. Его имя Морфеус. Ты хочешь сказать, что в данный момент ты видишь в зеркале кого-то другого, а не меня? Обычно я вижу его, но не сейчас. Что и требовалось доказать? Я ничего не понимаю. Морфеус, ты где? Пожалуйста, покажись. Мам, я не понимаю, почему он не хочет показываться тебе. Может, он стесняется? Сонь, давай на этом остановимся. Представим, что этого разговора не было. Я пойду спать, хорошо? Я не сумасшедшая! Морфеус, ты где? Я здесь, Соня! Морфеус, почему ты не показался моей маме? Теперь она еще больше уверена, что я все выдумываю. Мне кажется, она еще не готова к этому. Если бы мои родители поверили во все, что со мной происходит, было бы гораздо легче. Они смогли бы мне помочь. Пожалуйста, помоги мне доказать, что потусторонний мир существует. Хорошо, Соня. Я помогу тебе. Мама, у меня есть доказательства. Морфеус согласился. Сонь, давай оставим этот разговор на завтра. Я сплю. Хорошо. Ну вот, я снова упустила возможность доказать маме, что мир духов существует. Соня, я снова ощущаю темную силу. Она совсем рядом. Что? Опять она? Это снова ты! А как же? Зачем ты пришла? Я ведь вернула тебе твой амулет. Что тебе еще нужно? Ты лишила меня возможности общаться с моей мамочкой. Ты забрала у нас зеркало. Я не отдам его! Он мой друг! Ах, не отдашь? Тогда вместо мамочки мне придется... Общаться с тобой! Морфеус! Мне кажется, Амалия стала выглядеть иначе. Кого-то она мне напоминает. Куклу Аннабель? Точно! Она выглядит как Аннабель. Но я не понимаю, как они связаны? Я не знаю, Соня. Прости, Морфеус, но пока мне лучше избегать зеркал. Да, Соня, я тебя понимаю.
пап, я тебя хотела снова спросить про Амалию. Ну, спрашивай. Ты говорил, что она болела. А чем она болела? А никто не знал. Эту Амалию водили по самым лучшим врачам. Но так и не поставили правильный диагноз. Папа, а не было ли у нее какой-нибудь странной куклы? Была. Была. А как ты догадалась? Ты что, ясновидящая, что ли? Типа того. Да, была у нее кукла. Страшнючая такая. Она ее зверски любила. А как она выглядела? Как сейчас помню, белое платье с красным бантом и волосы такие золотистые, заплетены в косы. А у тебя, помнишь, была такая кукла? Похожая очень. Прям как у Амали. Что за совпадение? Папа, это не совпадение. Я еще тогда подумал, где таких страшных кукол выпускают и почему они всем нравятся? Да, помню. И я тогда тоже заболела из-за нее. Верно. Странно, думаешь, кукла с этим как-то связана? А Амалия заболела случайно не с появлением этой куклы? Кстати, да. Никогда об этом раньше не задумывался. Но ты права. До того, как подарили ей эту куклу, она была совершенно нормальным ребенком. Бегала по двору, лазила по деревьям. А потом, как подменили, стала с этой куклой дома сидеть. Так вот, что произошло на самом деле с Амалией. Ее погубила эта кукла. А потом она попросила ей платье сшить. Точь-в-точь такое же, как у куклы. А что же теперь делать? А что тут уже сделаешь? Столько лет прошло. Время вспять не вернуть. Кто знает. Ну ладно, Соня, я побежал на работу. Ты про эту Амалию забудь. Дела давно минувших дней. Эй, здесь есть кто-нибудь? Да с кем я разговариваю? Это смешно. Никаких духов не существует. Здравствуй, меня зовут Морфеус, я дух зеркала.